залетный из соседнего города морды квасить. А из всего, что вылетело из этого вашего скворечника, я понял слова девчонки и город. Нена, сыночек, а ну иди сюда. Да, папочка, что тебе надо? У меня там очень важная игра. Ставки по 1.5 ляма. Тю, да разве это деньги, малой? Ну что ты хотел, отец? Значит, слушай сюда. Через 2 дня приезжает твой 8-юродный брат через 28-е колено. Из какого-то этого Зажопинска. Никогда не слышал о таком городе. А это где? В Арабских Эмиратах где-то, да? Да не, это село где-то на этом, на севере страны. Он что, нищеброд что ли? Да, он из села и будет жить у нас. И ты должен помочь ему освоиться в нашем большом богатом городе. Па, ты что совсем это? Ку-ку того! Тронулся! Меня ж друзья миллиардеры засмеют! Ой, я тебя не понимаю, ну ты же сообразительный, богатый малыш из города. Ну скажи, что это в рамках этой, как ее, благотворительности, и они все поймут. А ты часто помогаешь окружающим? Если да, то ставь лайк и не забудь подписаться на наш канал. Ну и коммент оставь, все. Прошло 2 дня. Ну привет, че, как это тебя там зовут-то, как тебя? Доброго здоровичка, братик, я Игорёшка. Игорёша, я Женя, Игорь, давай раздевайся. Это ваша квартира такая? Просторная, большая. Это прихожая и гардероб. Дальше 24 комнаты, 5 ванных, 6 санузлов, 8 кухонь, ну и так далее. А что такое гардероб? Ты что, село что ли? Ну да, гардероб это место для вещей и обуви. Это ж сколько у тебя этой обуви? Ой, я не знаю, я не считал. Думаю, в баксах где-то лямов, 5. Ох ты, ёшкин дрын, валенки мне на босу ногу. Это ж деньжища-то какие. Это наше зажопинское, можно все обуть, одеть и накормить на всю жизнь. А где я спать буду-то, а? Это, Жендос, ну показывай, где у вас тут печь? Печь? Какая печь? Ну, судя по вашим хоромам, печь-то огромная. Это ж все, отопить-то попробуй. Дерево-то сколько надо, а? У нас нет печи, у нас теплые полы и этот, бойлер. Уведи меня туда, к бойлеру этому вашему. Так и зачем? Зачем тебе это? Я не пойму, новый Мазерати мне в коллекцию. Ну как зачем-то? Спать-то где я буду? За окном зима, холодно, все спят на печи. Фу ты, село неасфальтированное. В городе спят в своей кровати, в своей комнате. Ты чё? Не, ну я, конечно, знал, что вы мажоры все такие. Но чтобы так, у тебя что, личная комната есть, да? Да ну конечно, и не одна. Так что, подожди, это что, и у меня своя личная комната будет? Ну да. Ха, подожди секундочку. Алло, Серега, ну что, можешь это, трусы снимать и голышом по деревне по нашей бегать начинать? Да, у меня своя отдельная комната. Да не будка собачья, я говорю, а комната настоящая. А телевизор там есть? 2. Ох, ёшки-матрёшки, новый трактор мне в амбар. Алло, Серёга, походу тебе неделю голышом по деревне придётся бегать. Ха-ха-ха, 2 телевизора. Вот село. Культурные мероприятия. Жендос. Я просил не называть меня так. Ой, я извиняюсь, я Евгений Батькович. О, боги всех миллиардеров, ну что тебе? А вы это того, в клуб пойдем? В какой клуб? В спортклуб, подкачаться что ли надо? Да не, у клуб натискать, с девчонками знакомиться и этим залетным с соседнего города морды квасить. А из всего, что вылетело из этого вашего скворечника, я понял слова девчонки и Ой, ну на дискотеку пойдем. Dance Exclusive VIP Luxury Apartment? Шо? Да не шо, а что? Да, пойдем на твой туз, дискоч. Ура!
Как только видео соберет 20 тысяч лайков, мы снимем продолжение этой увлекательной истории. Подпишись, 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 колокольчик нажать не забудь, комментарий ты клевый оставь и улыбнись, улыбнись, улыбнись!